Усово тупик, дом 5, контейнерная площадка для мусора. Оснащена по всем правилам. Серые и синие баки, твердое основание, график вывоза мусора на месте, работает видеонаблюдение. Тут проверяющим, кажется, придраться не к чему. Вывоз мусора производится ежедневно. Пока замечаний в адрес управляющей компании и регионального оператора не поступало. Дезинфекция баков на площадке в Усово-тупике запланирована на следующую неделю. Впрочем, мелкие недочеты проверяющие все-таки выявили. Нужно поменять таблички на контейнерных баках, произвести дезинфекцию контейнерных баков. А так, в принципе, все хорошо. Такие рейды активисты партии «Единая Россия» проводят еженедельно. В центре их внимания не только содержание контейнерных площадок, но и пресечение сброса строительных отходов в неположенных местах. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».